Авиакомпания «Россия» назвала самолет с бортовым номером RA-89017 в честь Петрозаводска. Лайнер рассчитан на перевозку 87 пассажиров, и он уже приступил к полетам. Первые направления – Оренбург, Махачкала, Санкт-Петербург, Мурманск и Магнитогорск. С 18 по 21 ноября в Петрозаводске состоится универсальная ярмарка. Она пройдет на Ярмарочной площади в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. Администрация приглашает желающих представить товары собственного производства. С следующей недели на водоемах Петрозаводска закрывается навигационный период для маломерных судов. Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимы становятся крайне опасными. В северных районах Карелии навигация уже закрыта. Проект «Карелия Ski Fest» победил в региональном финале национальной премии событийного туризма. Финал Russian Event Awards пройдет в декабре в Ульяновске. Лыжный фестиваль «Карелия Ski Fest» в этом году отметит 6-летие.